Добрейшего дня, меня зовут Максим. Наша первая остановка по римпрогулке на Заринском. Вот такая вот пешеходная дорожка. Здесь катаются велосипедисты, вот один едет. Люди занимаются спортом, бегают, выгуливают собак, катаются с детьми. Вот там у нас кто-то проводит свой день рождения. Вот он велосипедист, проехал на огромной скорости, даже пригнулся, чтобы не мешать съемке. Вот тут у нас мексиканцы подготовились к празднованию дня рождения. Вот там расположилась уютно компания, которая рыбу удит. У меня, к сожалению, фотоаппарат не вытягивает качество. Там такой стоит маленький столик. Вот люди культурно расположились, удят рыбу и заодно закусывают. А вот тут вот мангальный гриль такой. Здесь их очень много, вот этих мангальных грилей. Они металлические, они общественные. Можешь приехать со своими углями и, соответственно, сделать шашлычок. Вот, пойдем дальше. Оставайтесь с нами и увидите много интересного.